До нашої студії сьогодні завітали Ганна Іващенко та Олена Скоморохова, викладачі дитячої школи мистецтв номер 3, володарі Кубка Супер-гран-прі всеукраїнського конкурсу «Чорноморське сузір'я талантів» у місті Скадовськ. Вітаємо вас! Добрий день! Хочемо, по-перше, дізнатися про вашу супер-перемогу, яка дійсно прогриміла на усе місто та область. Ми пишаємось вашим дуетом, тим, що ви прославляєте наше місто далеко за його межами. Розкажіть, будь ласка, про вашу участь у цьому конкурсі. Ну, я хочу сказать, что мы очень довольны, что попали на этот конкурс. Организатор этого конкурса Григорий Борзенко. И мы уже этот третий конкурс, который организовывает этот организатор, продюсер. Вот. И вот мы уже на третий раз мы заработали такую большую победу, я хочу сказать. Вот. Один первый конкурс это был, проходил в городе Херсоне. Вот. Назывался он «Краина талантов». Вот, второй конкурс, на котором были, был «Зірки майбутнього». Вот, и вот это третий конкурс, который «Чорноморський сузір'я талантів», где мы взяли кубок «Супер Гран-при». Вот, и хотим поделиться впечатлениями. Вот, я надеюсь, Лена Борисовна нас поддержит меня. Вот, что это было очень здорово, очень интересно. Вот, самое, мне кажется, было такое необычное, что наравне с маленькими детьми выступали в номинациях более взрослые. Вот, и самое, мне кажется, был такой вот теплоту поддерживала такой вот этого конкурса, это то, что члены жюри в конце выступали на нашей же сцене. Вот, члены жюри это выступал Олег Олейник, вот, співорганізатор всеукраїнського музичного проекту «Таланти», вот, Юрій Тарасенко, вот, і Харис Ширинський. Вони вийшли і виступали на сцені теж, як і наші конкурсанти. Хотілося б дізнатися від пані Олени також про її враження від участі у конкурсах і взагалі про ваші враження від ваших перемог, тому що розуміємо, що не можуть просто не гріти серце. Ну, мы с большим удовольствием делаем свое дело, потому что вся жизнь в этом творчестве. И вот этот конкурс, он как-то очень хорошо, вот душевный очень был. Организаторы очень, ну, хорошо принимали нас. И была очень теплая атмосфера творческая. И каждый раз выступ на сцене – это очень большое удовольствие. А скільки років ви вже в дуеті і скільки вже на сцені радуєте вашого глядача? Ну, ми в нашій дитячій школі «Іскусств номер 3», яка знаходиться в мікрорайоні Матвіївка, це такий віддалений город, мікрорайон. З 94-го року вот, ми как бы, вот, уже в дуеті работаємо, тому що наша школа проводить дуже багато концертів, вот, своїх внутрішніх фестивалів. Ми дуже тісно співпрацюємо зі середньою школою 24, яка знаходиться в Матвіївці, з дитячим садиком 99-м, який теж знаходиться на території, з міським будинком культури. Ось, і ми завжди не відказуємо, щоб десь щось зіграти, якісь номери показати. От, а вже от конкурсної діяльності ми от займаємося з 2015 року. От, і от з 2015 року, от по сьогоднішній день, ми вже прийняли участь в 8 конкурсах. Є і міжнародний, і всеукраїнські. От, і как-то так получается, что мы нас так всегда тепло принимают. Это очень необычно, что выходят тут, в общем, уже педагоги, уже в категории профессионалы. Вот, и очень всегда тепло нас принимают. И сами члены жюри, вот видно, что им это очень тоже и нравится. И самое главное, что это дает вот толчок творчеству детям. Дети смотрят вот на своих педагогов, что они выступают. Вот, и тоже это большой очень стимул, чтобы вот тоже творческие какие-то достижения. Потому что на всех конкурсах, куда мы ездим, мы, естественно, берем с собой и детей наших учеников, которые тоже выступают и тоже перемагают. Для того, щоб працювати у дуеті, необхідно відчувати свого партнера. Особливо важко відчувати свого партнера у парі піаністів, тому що це важка робота, важкий талант. Ну, я можу показати, ну, буквально два знімка. Смотрите, пожалуйста. И буквально два слова. Дело в том, что мы с Анной Васильевной очень разные. И как-то так получается, что, в общем-то, у каждого где-то своя дорога. Но когда мы садимся за инструмент, получается вот так.
Потому что музыка нас объединяет, творчество нас объединяет, дает нам силы, вдохновение, полет. Когда мы садимся и выходим на сцену, мы уже не Анна Васильевна и Елена Борисовна, мы уже совсем другие. Одно целое. Мы единое целое, потому что иначе невозможно было. Бывают такие ситуации во время исполнения, во время наших репетиций, когда просто третьим чувством чувствуешь партнера, а не... А ось як склався ваш дует? І, можливо, поділитись з нашими телеглядачами, як це відчувати свого партнера, як знайти такий взаємозв'язок? Ну, це складно сказати. Ну, це тільки музика, тому що, вместо того, що ми різні, ну, ми як би розуміємо музику по-своєму, ну, ми об'єднуємося, ми чуємо, ми мислимо, і іноді це приходить не одразу. Вот. Конечно, рождаются такие творческие споры, как вот трактовать одно или другое произведение, но все равно потом в процессе это все выравнивается, и вот приходится, вот я же уже на этих фотографиях, что даже вот жесты, даже мимика у нас одинаковая, получается, мы все равно приходим к единому целому, потому что вообще в подборке это было где-то 10 фотографий, и вот на всех смотришь, мы, конечно, смотрим, мы что не видим себя друг друга, когда мы играем, но когда посмотрели эти фотографии, что мы действительно как одно целое, и одно движение, и одна мимика лица, и жесты. И, в общем, это действительно нас это очень порадовало, когда вот со стороны себя видишь. Вот, так ну, что... Фортепианный дуэт – это непростой вообще вид деятельности, будем так говорить. И вот сейчас у нас идет даже такая вот тенденция, мы можем заменить взаимо друг друга. А если один играет первую партию, другой – вторую, потом можем поменяться абсолютно. Наоборот, один – другую, другой – первую. И основное – это музыка, основное – это мысль, основное – это наши чувства, эмоции, когда мы входимо вот в состояние того произведения, в котором мы находимся. А ось які музичні твори входять до вашого доробку, чим радуєте глядача і які музичні твори принесли вам такий успіх? Ну, нам вообще очень нравится для такого уровня конкурса, мы стараемся брать более такие зрелищные произведения, вот, и берем, стараемся брать из балетов музыку, то есть, естественно, что это не фортепианное произведение, вот, но оно требует, конечно, и физической силы, и техники, и, ну, довольно-таки сложно исполнять такие балетные произведения. Вот, значит, мы на этом конкурсе, у нас был репертуар, это Хачатурян Гапак из балета Гаяне, и Гаврилин Анюта из балета Анюта. То есть произведения очень яркие, очень интересные. Вот, помимо этого мы еще играли на концертах, это Хачатуряна «Танец с саблями», очень всем известный, конечно, переложение на фортепиано, но, конечно, немножко скрадывается, чем оркестровое, но, тем не менее, очень здорово, очень интересно звучит. Также мы любим играть Пьяццолла танго, очень тоже интересные переложения, и, в принципе, вот на репертуары уже, которые мы выносим на наши концерты, они уже, конечно, более разносторонние, там и классика, и джаз, и, в общем, очень-очень много всего. Хотілося б дізнатися також про ваші враження взагалі від вашого дуету. Наскільки музика влилась у ваше життя і яке вона місце зараз займає? Ну, це наша життя, по-большому, тому що в основному все підчинено музиці. Крім того, що ви самі займаєтесь музикою, ви передаєте свій хист наступним поколінням. Да, у нас є преподаватели, ученики. Расскажите про ваших учеников, что вы приглашаете? Которые тоже выступают на конкурсах, ездят, завоевывают медали. А что вы ставите перед собой, какую мету, чему вы хотите научить ваших учеников, ваших студентов? Любить музыку, понимать ее, чувствовать. И когда они, как сказал, не помню кто, если ребенок коснулся струн скрипки, коснулся пальцами рояля, он никогда ничего плохого не сделает. Наши дети, которые учатся в школе, они очень отличаются немножко от просто детей, которых, к сожалению, не могут учиться. Они живут немножко другим миром, у них шире кругозор, потому что даже музыка лечит, лечебные свойства, вы знаете, есть. Для того, щоб стати вашим учнем, учнем вашої школи, необхідно мати якийсь особливий хист, чи, можливо, дитина, яка просто має велике бажання займатися музикою, також може навчатися і віднайти потім у себе цей талант? Ну, я хочу сказати, що
ну, детей неспособных просто нету, их в природе нету, потому что каждый ребенок это индивидуальность, это талант, просто надо его увидеть и надо его развить, и поэтому мы в школу принимаем всех желающих по возможности, конечно, вот, и делаем все возможное, чтобы детям привить в первую очередь это понимание, вот, и любовь к музыке. Ну, так что я считаю, что дети все талантливые. У всех детей есть искра Божья заложена в них. Главное постараться развить. В какой области? Это может быть не обязательно музыка. Это может быть любой другой вид творчества, деятельности. Но детей неспособных нет. Всех надо развивать, всем давать образование, всех по возможности надо не жалеть времени своего для того, чтобы заниматься этим темой, развивать своих детей. У вашому доробку вже багато перемог. Чи є якісь плани на найближче майбутнє, на якісь наступні конкурси, фестивалі? Можно я скажу? Да, вот, мы когда вот заканчиваем, получаем медаль, кубок, выходим и говорим, куда дальше? Это у нас сразу уже такое вот интересное, потому что, вы знаете, это немножко даже как-то вот и профессионально подстегивает, оно не дает возможности вот останавливаться, оно дает возможность творчества, все время хочется самому гореть и за собой детей вести. Конечно, есть, мы уже планируем что-то. Бачимо цей запал у ваших очах і дійсно радіємо за те, що такі талановиті люди є у нашому місті, у нашій області, які прославляють нашу Миколаївщину. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Можливо, декілька слів якогось побажання нашим миколаївцям, можливо, для того, щоб вони розвивали у собі талант і вірили у свої сили. Хочется всем пожелать, во-первых, любить друг друга, во-вторых, гореть внутри, каждый своим делом, и максимально отдавать детям своим все, что они могут дать. И тогда оно все старится и возвратится.